Сейчас вы будете бороться уже в самой так упорной борьбе со всеми сильнейшими командами. Скажи, какие твои ожидания, ну и какие впечатления от соперников вот сегодня первые? Сегодня мы сыграли первый матч с «Ромашкой». Матч выдался очень напряженным. Первый тайм закончился в нашу пользу 2-1, но во втором тайме мы потеряли нить игры и пропустили сразу несколько мячей подряд, и поэтому проиграли. То есть нам нужно настраиваться вот на следующую игру «Судить сюда», чтобы мы сыграли слаженно в защите и смогли удержать победу. И не, то есть не расслабляться после быстрых голов. Как считаешь, кто сейчас, вот матч будет Сильвин, СПБ ГМУ? СПБ ГМУ вы играли в одной группе. Кто Сильвин, вы, может, просто слышали или видели? Кто может победить? Ну, в этом матче, я думаю, победит СПБ ГМУ, потому что действительно мы с ними играли в одной группе, и они показали себя как очень сильная, слаженная команда. Скажи, сейчас появилась новая игрушка на сайте, да, тотализатор, ты уже попробовал ее? Да, вот я как раз поставил 100 рублей в актив «Ромашки» и уже занес ее в актив, к сожалению, в котором мы проиграли, но получил плюсик на сайте. Понятно, то есть сейчас будете, даже если против себя, все равно ставить, ну, будешь, если объективно. То есть, в принципе, проиграем и выиграем, уже все равно будет в нашу пользу. Мы будем стремиться, в первую очередь, конечно, победить. То есть для нас главное не очки на сайте, а победы в групповой таблице. Как ты думаешь, кто самый главный фаворит сейчас предстоящий, ну, вообще, вот, студенческой лиги? Телеги. Однозначно? Да, я думаю, они сейчас наиболее сильная команда. На них всех ставили в кубке, но в кубке они остались за чертой тройки призеров. Почему сейчас вот ты уверен на то, что они точно выиграют? Я думаю, в кубке они просто расслабились. Насколько я помню, у них первая победа была счетом 10-0 или что-то около того. То есть ребята в себя чересчур поверили, но потом не повезло, в полуфинале они, да, вылетели. Ну, то есть они, думаю, тут была недооценка соперника, здесь уже такого не будет. Хорошо, спасибо, удачи тебе в сегодняшней игре.